Трагедия стрелка. О боже, я не знаю испанского, идите нахер! Эй, гринго! Hablas español? Я так полагаю, эй, гринго, ты можешь, ты говоришь по-испански. Pardon, pero yo hablo un solo poquito español. Habla English? Oh, sí, gringo. Hablo mucho inglés. Y hablo filthy fucking bean eater. Hablo slippery little Mexican. Hablo little piece of shit. О том, что он может говорить, как их называют. Что ты делаешь здесь, гринго? Я не помню, что я тебя приглашал в свою страну. И я не думаю, что ты приглашал меня, но я никому не причиню вреда. Ты не причинишь нам вреда? Это весело. Что ты вообще, какой вред можешь нашим причинить? Вообще. Ничего, никакой, амиго. Спасибо за то, что вы меня встретили, но я не хочу портить вам вечер. А теперь, если вы меня извините... подожди, гринго! И ты кое-что забыл. Небольшие денежки! У меня большая семья! У меня тоже есть семья, друг. Так что, чтобы мы увидели наши семьи снова, предлагаю вам разойтись. Это просто оскорбление сейчас было. Могу я увидеть твои ботинки, гринго? Я думаю, там, откуда ты, там, с того места, на котором ты стоишь, они тоже хорошо выглядят. Снимай ботинки, американо! Как пожелаешь. О, very good. О, прекрасно. Very good indeed, sir. What a great way to improve border relations. Какой хороший путь улучшить пограничные отношения. Приходить сюда и убивать местных. Очень спасибо. Большое спасибо, сэр. Ты убил горожан, ты стал горожанином. Никогда им не хотел быть. Я не удивлен, что ты уехал из Америки. Во мне много вещей, множество из них плохие. Но если какие-то политические принципы, нет. Но тогда, боюсь, Мексика не для тебя, сэр. Почему ты не беспокойся обо мне? Но я беспокоюсь. Злой человек далеко от дома. Человек, который держит пистолет. Я умею держать пистолет. Да, но пока ты не начинаешь убивать местных... Если ты с другим человеком встретишься, то у тебя, может быть, и не будет шанса. Я тебе научу парочки трюков. Пойдем со мной. Как тебя зовут? Это больше не имеет значения. А тебе? У меня нет имени, мистер. Я был рожден в сиротском приюте. Настоящий американец, да? Прекрасно. Просто прекрасно. Обалдеть! Какой я классный переводчик! Просто прямо аж хочется... сказать себе спасибо. Ну, ты можешь, конечно, не так встречаешь, как в цирке, но ты не так уж и быстр. Продолжай прикрываться. А теперь кто ты? Никто из интересных людей, а кто ты? Лэндон Рикетс. Больше это имя ничего не значит. Может быть, немножко. Ты был знаменит, когда я был мальчишкой. Да, убивать людей — это странная известность. Я был самым быстрым в свое время. И я единственный, кто остался. Что ты здесь делаешь? Тихо живу. Ожидаю. Чего? Я не знаю. А ты? Я ищу парочку людей. Билл Уильямсон, Хавьер Эскуэла. Эскуэла отсюда.
Может быть, это... Это все место объединиться с американцами? В смысле, с революционерами? Революция? Еще одна? Да, это никогда не заканчивается. Это целое место. Никогда не... Всегда было... Ах, не так горячим, пока когда испанцы ушли. Местное правительство. Полные придурки. Колонел Аленде. Он здесь как будто феодальный король. Он плохой человек. Правда так ли? Да. Пока кто-нибудь ему не пустит пулю в голову. А теперь давай вернемся к этому. Если тебе нужно держать спину прямо, иначе пистолет будет прыгать. Перезарядиться хотел? А мне нужно РБ нажимать теперь, чтобы пометить объект. Это не было не так уж трудно, так ведь? Идут за мной. Теперь попробуем что-нибудь посложнее. Ну, Рикетс, давай двигай жопой. Птицы всегда здесь как не нужны, они всегда выслеживают добычу. А теперь давай сделаем хорошее дело для людей Чупаросы. Поэтому я должен убить его. You've been taught well. I'd have to say I'm surprised you heard of Landon Ricketts. I would have thought an old boat like you would have forgotten by now. Одно не брал пистолет в руки. Я слышал историю, когда я был мальчиком. Мальчишкой. Что люди говорят? Ну, знаешь, они говорят о чем-то. Говорят, кто сильный, кто быстрый, и кто стрелял людей в спину. Я поставил на себя деньги, если я был... Если вы спорили, кто из нас самый быстрый. Наш вагончик атакуют люди. Рамон, мы с этим справимся. Спасибо, сеньор. Вы спаситель этого города. Ну, мой друг, готов к теоретическому... менее теоретический экзамен принять? Ну, я знаю, но я никогда не был с хранителем ранее. Вот здесь почему-то моя лошадь стоит. Когда я подзываю, не моя. Быстрее! Почему ты ищешь этих двух людей? Это длинная история. Мы когда-то ездили вместе, мы были друзьями. Наверное, за их голову большая награда. Что если бы у тебя забрали людей, которых ты любишь, а потом тебе сказали то, что они умрут, если ты это не сделаешь? Я не вижу заложника. Да японский городовой, а! Я же стрелял в него, но нет, не получилось. Надеюсь, прямо отсюда будет. А то как-то хреновато. Совсем без профита. Да балдеть, а. Отсюда. Почему отсюда? Давай, Рикетс. А еще и другие диалоги, точно. You ain't the same person no more. Your looks have gone, your back hurts, and your pecker isn't working like it's supposed to. See, the problem with old age is, just when you start to understand life, you're too long in the tooth.
There they are. Follow me. Бла-бла-бла. Да я понял, понял. Дайте мне уже расстрелять всех. А просто один упал. Надо было круто. Передвигаемся, все должны быть на чеку. Да это тут ехать-то 5 секунд. I can see you haven't lost your touch, Landon. Nobody said I had. You talk real big for a boy who couldn't shoot straight a half hour ago. And you talk big for an old man who can't stand up straight no more. You're a long way from being a Landon Ricketts partner, young, old or otherwise. Блин, сейчас быстрее ДДАи расходуются. А чё, всё что ли? Они просто подыхали, видимо, отмечались красными кружочками на карте. Обломитесь. Рикет говорит, мол, я никогда не был трусом, я не могу смотреть, как честных людей избивают, поэтому я хочу дать им надежду. Поэтому я их защищаю. Sano y salvo. Nunca podré agradecer lo suficiente. Buy me a whiskey later, and we'll call. Купи мне виски позже, и мы потом поговорим обо всяческих делах. Окей. Нет, 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 пока что не будем. А где тут есть возможность сохраниться? Чего, нету? Да, вот здесь, по-моему, недорогая, абсолютно. Комнатка есть. Кто-то Олю позвал. 200 баксов. Обосраться. Конечно же, тут нет магазинов. Ничего нету, да? Ну, это просто отлично. И дом у меня в какой-то заднице. Ну отлично, тогда поехали. Поживем в заднице пока. 200 баксов за дом. 200 сраных баксов за дом. Вы чё, охерели что ли? Пошли вы вон, понятно. Я поеду куда мне нужно. Кстати, здесь, кстати тоже телеграфные столбы есть, смотрите. То есть Мексика не такая отсталая страна, какой она кажется. Подождите, я хоть на своей лошади, да? Она вроде не беломордая. Не красножопая. И да, теперь сюда будут ездить поезда. Фантастическим образом они сюда переберутся. Почему черт его знает? Видимо, отмаз такой, то что... здесь различные поезда, у них различные маршруты и так далее. Ну, наплевать. И чё, игра, зачем ты говоришь мне туда идти? Фак, 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 фак. Слушаем игру. Слушаем внимательно игру. Она мне дерьма не посоветует. Да куда я ушел? Куда я пошел? Ну охренеть, сколько ехать? А, все, я приехал. Там такой дерьмовый домик, по-моему, насколько я помню. Супер дерьмовый. Yeah.
Все, закончились, окей. Кто тут спрашивал про еду? Вообще ничего не вижу. Ладно, видимо, он исчез, или его сгрызли волки. Как это удивительно. Ты хотел быть едой? А, ты хотел, точнее, покушать? Ты стал едой. А, тебе деньжата! Деньжата! Рубим деньжата! Ну, если деньжата бегут тебе прямо в дом, то чё бы их не забрать? А, это всего лишь волчки. Отстой, ну ладно. Еще одного освежуем. По-моему, сердца волков дорого стоят. Лошадь так одобрительно заорала. И здесь вообще так безопасно спать, я охреневаю. Черт, я же могу еще патроны брать отсюда. Я все время забываю об этом. И деньги? Фига себе. Отличная коечка. Сволочь, что ты там делаешь? Пойдем. Я вот думаю, пойти наверх или... или сюда? У меня ближе к Санте. Санта... А, кстати, что еще круто, то, что различные награды за голову разделяются по странам. То есть здесь за мной полицаи гоняться не будут. И наоборот. Поэтому я в шоколаде. И сраный дождик! Впервые за всю игру днем! Или сейчас не день? Или сейчас утречко? Да, утром мы пойдем убивать людей. Это ведь так клево! Встал утром, пошел поубивал людей, потом принял завтрак, душ. Ну или пошел, я не знаю, побегал на физкультуре вместе со школьниками, попгонял их. Говорил бы им, ха-ха, я-то быстрее вас! Самоутверждался бы так. Многие так и делают. Давай, 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 газява, ты сможешь. Тебя надо потрясти, ты все тогда сможешь. Ты взлетишь на Луну. Эй, fuck you. Эй, 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 что я сделал? А что я сделал? Что за мной ходит? Да твою-то мать. Быстро. Окей. Что это было? Я всего лишь человека сбил. Алло! Алло! Так нечестно. Так, а мне засчитали? Нет. Если убивают, то ты просто откатываешься в чекпоинт. Ладно, давай под тобой повторим это. А, это у меня лошадь-убийца, что ли? Ну, ее просто зовут War Horse. Если боевая лошадь, может быть... Я не знаю, у нее там шипы на ногах, или она просто укусила этого человека за ухо. Представляете, если вы выходите на улицу, вас херак там лошади кусает. Или пинает по яйцам. Или видите, как человек валяется, а его две лошади за... Да, конечно, я помогу вам, леди. О-оу. Как ты что-то скажешь на это? Бандито аутфит! Убегай, тварь! На счет три! Беги! Блин, даже считать не надо было! Мексиканцы непонятные, они сразу бегут. Все понимают, они просто бегут. Мол, ну его в жопу. Кто он такой? Кстати, какая у меня честь? Букаро... Или, подождите, нет. Не, честь Road Agent. Мне наконец-то не будет прибегать эта тварь.
бабло, бабло, 217 баксов, я смогу поиграть в Slice and Dice? Как он там назывался? Liars and Dice, так, ты моя лошадь? Ты моя лошадь, я спросил? Куда пошла? Уходи от меня, тварь! Сколько можно? Что у тебя с мировоззрением, сволочь? Хочешь жить с конем? Ну и живи с конем! Лошадь поганая! Где этот мистер Санта? Слышите эту музыку? Это музыка из Простоквашино, это, знаете, ту-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 ту. Ну она же. Где тут бар? Я хочу попасть в бар. Почему? Потому что я Рассел Кроу. Я должен набить рожу во всех барах и получить за это 5G. Где здесь сраный бар? Медико дель Пуэбло! Ай-та-та! Зажигай! Кстати, у меня есть другой шотган? По-моему, нет. Саново бич. Эй, ке пасо калапунько! Тараписка! Я не знаю, что я сказал. Я пытаюсь быть мексиканцем, ребят. Нет, это, конечно, очень хорошо получается. Ла карапукалака каракамала, ли карапукала, ди каракапала капала, ла карекукала. Карлито! Эй, Карлито, suck my balls! Надеюсь, это по-любому бар, ребят. Но мексиканцы все просрут. Ола калейкин калапукала какала! Тикала букала, сракала макакала. Персонал ла камукалако, тикала малакатакалака. What the fuck? Я ненавижу мексиканцев, у них такой дебильный язык. Или, подождите, мексиканцы, у мексиканцев мексиканский язык или испанский? Да пошли вы, я не знаю. Или португальский? Да пошли вы, я не знаю, я не сражался с мексиканцами. Я знаю, что си, сеньор, ке пасо. Это, наверное, это японский, португальский хер... Здрасте. Ну что? Фак. Унизил полицейского. Так, подождите, а что мне нужно сделать для получения бандито аутфит? Нет. Liars Dice в Casa Madrugar надо поиграть. В живых доставить бандито баунти. Мексикан бандитос! 80 баксов! Естественно, я беру, ребят, я чё? Я на кого похож, чтобы 80 баксов не получать? What the fuck? Ладно, съездим туда потом, когда время будет. Надеюсь, он не убежит. Я ищу бар, где эта скотина? Я, кстати, где сейчас? Чупарос это там, это... Пунто Оргуло! Эй! Или я сейчас на итальянца похож, не знаю. Тут должен быть сраный бар, это же сраная Мексика. Они только и делают, что бухают. С текилой нажирается. Может, это бар стопудово. Похоже. Я не думаю, что у мексиканцев на большее хватит. Знаете, даже... Падай, тварь. Скупи, амиго. Я хотел его родить вообще. Ай, сеньор, excuse me for caminar mal. Кукара-макара! Ай, пердон. Ты пердол? Где ослик? Где-то был ослик. Я слышал осла. Где эта тварь? Где это я? Я здесь. Иди ко мне. Пощекочу. Пощекочу жопку. Яшечка, где ты? Где эта вонючая скотина, а? Так, я здесь был уже. Чё я делаю, а?
срань. А если просто постреляю в воздух, меня накажут? Я просто поприкалывался, извините. Пострелять захотел, знаете, желание такое есть. А, скорее всего, там где Liars and Dice. Там как раз Барта. Easy, partner. Блин, здесь только военные. Ну, я ничего не знаю. Ну чё, козёл, разберёмся с тобой, да? Что с ним? Не надо пока снять танцы. Танцы, обниматься! Так танцуют здесь мексиканцы! А я им бью по роже! Я Джон Марстон все же! Да! Получил! Да, я не знаю, что куда его пинаю там. А солдатики стоят, мол, насрать им. Эй, солдатик! Солдатик! 10 песо! Пошел в жопу! Пьяница. Сраная пьяница. Целую окно, да. Что-то мексиканцы неустойчивые какие-то, ребят. Эй-эй-эй-эй-эй! Бейте друг друга! Давай! Поцелуй этот ковер. Ну, о боже! О, бедные мексиканцы. Вот такие мексиканцы неустойчивые. Я не знаю, что это было, ребят. Я Иисус, похоже. Я Джизус! А это значит, что если я начну стрелять в людей, то ничего мне не будет. Ну, что это? А, нет, все окей. Давай фонтане скупайся, ты живой ДВшник, давай! Давай, давай, с горы! Да! Отлично! Отлично, я на вершине мира! Окей, ладно, пойдемте задание выполним, хватит придуриваться. Не, нормально, пришел, избил людей, кого-то с лестницы спустил. Только ослика не могу найти. Ослик! Ослик! Яшечка! Я тебе дам хвостик! Он где-то здесь орал, да, Кать? Что-то здесь говёны, какие-то места для проживания, знаешь? Это же козочки! Угадайте, что с ними будет? Ну, если они не будут, конечно, убегать от меня. Скотина! Да, коза, ты получишь сейчас урок! Давай, пошла! 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 Ну, кого он отсюда? Брать, все нормально, это выгнал. Ты только скотина, стой! Только скотина, стой! Еее! А, стой! Стой, падла! Стой! Стой, скотина! Стой, тварь! Ну что ж такое-то? Ладно, насрать. Где там лошадь моя? А! Вы чё, охерели, что ли? Кому-то придется плохо сейчас. Они убили! Вы козяву убили! Вы чё подумали, что у вас это все так с рук сойдет? Слаб с ног. Я не могу даже ее залутать. Отлично. Я залутал, просто анимация не появилась, потому что она лежала в скале. Козява! Козяву убили! Козява, вставай!
Вставай, Газява! Я буду твоим хатико. Где Газява, кстати? Газява исчезла. А, нет, вот она. Газява! Надеюсь, ты будешь вкусный. Да нет, все Газявы стрёмные. Они оставляют убого послевкусие во рту. Надеюсь, ты не из ряда сиси. Где еще один? Я их всех продам за дорого. Надеюсь, ты будешь дорогой, Газява. Это родственник Газява, его зовут Газявик. Вообще можно лимонадиком назвать, но неважно. Лимонадик не такой Газявик. Охереть тут волков! Вы не можете город очистить от них? Ну теперь волки будут получать по харе. Как вы посмели Газяву убить? Ты слышишь, каброн? Я тебе аль-каламакакаля! Не знаю, что я еще с тобой сделаю. Ля-каламукала! Каброно укара-галагара! Меня еще не пустят сейчас.